Ребятушки, начинаем проходить странную игру, называется Stray. В общем-то, начнем играть за кота. Любовь, как там было? Роботы, что-то там, любовь, мир, роботы, что-то такое был сериал на Netflix, мне кажется, эту идею взяли, особенно с первой же серии, там тоже был кот, роботы и апокалипсис, как бы все сошлось. Любовь, смерть, роботы, вспомнил. Персы. А что, можно мяу сделать? Норм тема. Окей, здорово. Го спать или мы проказники жуткие? Давай поспим. Не более кучно сели бы, чтобы тепло сохранить, так как-то не очень. Что они едят, интересно? Слишком умные для котиков. Да сука, можете просто писать буквами, эти странные символы придумайте каждый раз. Разрабу, ну мать его. Ну я понимаю, что инди, ну не настолько инди должно же быть. Ну это же прям вообще жопа. Свой язык странный придумывает, блин. Ну, ребят, ну ёк. Ну вот это жесткие скрипты, конечно, у котят. И звук не такой по этой поверхности должен быть. Но это такие придирки. О, за другого кота играем. Или за этого. Или за этого уже. Просто освещение другое. Left alt. Ого, как мило. А зачем лестница, правда? Самый кот, который в 3 часа ночи берет их. Как мило. Долго ты будешь пить? Эй, нас уже погнали. Упс. Не упасть. Окей. Ой-ой-ой. Так, ну не прыгай, ты котяра, блин.
Окей, я буду просто не отжимать пробел, потому что игра очень странно сделана. Все время нужно пробел нажимать, а это не прикольно. Это не simple управление, это слишком трудное уже. Черт, где я? На секунду потерялся в пространстве. Черт, где я, куда мне? А, офигеть. Ух ты, зум есть, фига. Даже эффект глубины есть. Просто размылись картинка перед камерой. Нет. Вау, вот это уже эффект глубины настоящий, а в КТ это не настоящий эффект глубины. Ой, я извиняюсь, КТ, меня ждете? Ой, мы упадем. Стали трэш теперь. Опять хроматическая, блин, эта хрень. Видите вот этот эффект хроматики, как на оптике, только он именно по бокам проявляется. Хреновая линза у вас, ребятушки. А, это нам мяукают эти. Ты мяукни громче. О, мы хромаем. Damn. Ой. Чё-то ему плохо. Вестед. Хроматическая аберрация, по-моему, так называется. Да, хроматическая аберрация. Короче, она здесь очень в последних играх жутко проявляется, особенно в киберпанке, там прям можно ее включить. И это забавно. Да хватит чесаться, пошли, котяра. Мяу. Ты можешь бегать? Не может. Но ему намного лучше. О, может идти быстро просто. О, сейчас будет робот выходить. Мертвый город. Мяу. Скажи мяу. Камера. Здорово. О, они пропали. Ну, это не трипл игра, но графон вполне, вполне себе, кстати. И как-то он слишком сильно оптимизирован даже. Help. Help. Ну не, надо было написать hell, типа help, из help, чтобы была L, типа hell. Ну, даже показывает, куда идти. Follow me. Follow the white rabbit. Так, окей. Нам сюда.
Паркуристы, мать его. Стесняюсь спросить. Не хотят лавшу это чемпичную сделать с нас. Окей, давайте умрем. А, я не могу. Кот умный, не хочет умирать. А, окей, через текстуры. А, вы поняли? Навертика. А, теперь ломай. Типичные коты. Да, высоко падать. Где-то метров 10, я думаю. О, нет. Стоп. Нет, наоборот, метров 18. Слишком много. Два. А, окей. Давай, ломай эту крышу. Естественно. Полуми. 11 октября. Ну ладно, хотя бы не сентября. Локация, как и сказал, здесь Black Ops 1. Гладкая сцена в Гонконге летит. Серьезно? Раз расскажу, как сделали эту игру. Совместили апсервер, суперход, чтобы еще здесь киберпанк и сериал, первую серию «Любовь, смерть роботы» и какую-то еще последнюю из нового сезона. Первую тоже, наверное. Вот, и получилась эта игра. Тут враги у нас есть, естественные враги или как? Ой, здорово, робот. Ты его убил, глупый котик? Котик-убийца. Ну, представьте, котик-убийца такой. Так, ладно. Забавный саундтрек. Хэндкрабы, это хэндкрабы. О, щит, здесь их много. Оно не безобидное же. О, ну, погоня, что ж. Ну, вряд ли что-то страшное прям. Мы их убиваем, мы избиваем, они ничего не могут сделать. О, вот так, лёд, я ух! Меня всосали, капец. Стоп, left alt, я нажимаю left alt, надо задерживать, видимо. Фак. Реально можно проиграть, лол. А, реально, работает, окей. Будем знать. Окей.
Дэн. Ладно, будет немножко стригаться. Дэн, чё их много? Вот ещё. Капец, блин, убийцы, хэдкрабы, когда они просто бадикрабы. Интересно, можно его направо убежать? Посадка есть. Жив, цел, орел. Сейчас что-нибудь будет. Фига. Не могли специально для нас это построить? Как-то слишком странно. Типичный ган. Там такие же дома были, и она прыгала через дома. Только немножко другая локация, конечно. Тут воздух будет справа. Так. Кстати, я поярче вообще монитор сделал.
Почему нельзя в банку это взять? Да и бросьте, эта розетка больше не нужна, наверное. Квартира. Нужна помощь. То? А почему сюда не могу зайти? Окей. Рабочая клава, серьезно? Слушай, походу же клавиатура настоящая, типа. Нет, не особо. Включить тело. Умный котик, капец, интеллектный человек. Но все-таки понадобится вторая штука, да? Понял, принял. Вторая. Черт, а мы там это оставили одну. Так, вижу третью. Вижу четвертую, все, отлично. Чайно. О, видеокарты, диски. На, все такое старое. Нет, чтобы 390 какой-нибудь здесь положить. Йоу. Кто-то засел в VR прям. Ой, что-то он немножко деднулся, да? А что у меня в зубах? Поставить это.
Окей. Да, точно, как в трейлере. Лол. Я думаю, что за, блин, телефон ставили в чехольчик куда стойки на велосипед и нацепили на кошку. Ой, тебе трудно, по-моему, братан. Ставьте лайк, с вами был стример, это была первая серия по The Stray. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.